во втором сезоне, то, что касается линии Вики, Андрея и Кости, она получается очень интересная, веселая. Мне она очень нравится, то, что так сценаристы выстраивают наши отношения на троих. Ой, сейчас начнется, сейчас своего Бальмонта прочитает и заплачет. Давай тогда твой вариант, а? А, хотя подожди, откуда у тебя свой вариант? Опять у кого-нибудь его украл? Замечательные партнеры, что Саша Булычева, что Володя Жеребцов. Очень классно и позитивно, и весело всегда. Все участники любовного треугольника проходят достаточно таки сложные испытания с жизнью. А где Костя? Ушел. Это их закаляет, подтверждает их любовь, их стремление и желание быть вместе. А я не ушел. Видимо, дольше готов ждать и терпеть. Любимая сцена. Сцена драки. Драка Андрея и Кости за Вику. Она веселая получилась, интересная. Подождите. Продолжайте. Зритель будет удовлетворен. И каждая новая серия для него будет интереснее предыдущей. Так что надо смотреть, просто смотреть и переживать за нас. Вот беременна я от тебя. Понравилось видео? Ставь лайк. Подписывайся на наш канал, чтобы быть в курсе самых горячих новостей о наших сериалах, проектах, создателях и актерах. Подписывайся на канал Yellow Black and White.